Всем привет, я Фикс Прайс. Смотрите, привезли к нам какой кинетический песок. Смотрите, мини, 99 рублей, оранжевого цвета. Радужный песок, он называется, не кинетический. Песок для лепки и моделирования, 0,8 пененьки. Розовый, принцесса. Морская волна, тоже мини. Красный. Фиолетовый. И желтый. Слепи свечу. Уровень сложности. 3 звездочки. Оригинальные свечи своими руками. Сделано в России. Отличный подарок для себя, друзей и близких. Вот такой маяк. Здесь уже 4 звездочки сложности. Листочек и божья коровка 3. А вот такая свеча 2 звездочки сложности. Очень много разных. Вот такие бывают: божья коровка, десерт, маяк и нежные розы. Очень много дневников. В игрушках опять новые авроры. Очень много этих аврор. У них гнутся суставы на ручках, на ножках. Хорошие куколки. В отделе галантереи привезли вешалки силиконовые. 55 рублей. Такие широкие плечики. Вешалка антискользящая. Хорошие, такие яркие. Появились новые рюкзаки. Вот такими ручками, плямочками. Из ткани сделан. Став канвас, полиэстер и сталь. Внутри тоже ничего нет. Прошито хорошо. Все, швы отделаны. Тесьмой. Хорошенький такой. Прилично, по крайней мере, выглядит очень прилично. Есть такие же, только черные. Но черные уже не так смотрятся. Ну, тоже хорошие. 99 рублей. У нас в двух цветах. Желтый и черный. Расчески по 77 рублей. С зеркальцем. Очень хорошо брать в дорогу, она закрывается. И получается просто компактное зеркало с расческой разных цветов. Угу. Розовые, черные и зелененькие. Ну и такие вот. Эти были уже 55 рублей. Эти 77. Еще сумка. Смотрите, какие ручки. Плетеные как бы канаты, 99 рублей, тоже из канваса. Канвас, полиэстер, хлопок и ткань. Вот такие с надписями есть, с кошечками еще есть. И вот такие надписи. Давайте посмотрим тарелочки. Опять новенькие. Смотрите, какой динозаврик. Детские тарелочки 420 миллилитров. Белочка.
это подводный какой-то батискаф, что ли. Вот какие тарелочки с ягодками. Шиповник, по-моему. 17,7. А это с фруктами. А вот какая с яблоневым цветом. Коврик антискользящий. 30 на 200 сантиметров. Что же это за коврик? Смотрите. На полочке стелить и ставить различную посуду. Смотрите, какая классная вещь. Я раньше вырезала клееночку. А вот какая расцветочка еще. Даже в ящичке можно. Вот этот мне даже больше нравится. Хотя это тоже хороший. Светленький. Сетка для овощей с ручкой. Это не новинка, но я снимаю, потому что скоро будет снимать урожай на даче. Очень удобная вещь. Тряпка для уборки из микрофибры. Большая, 40 на 60. Хорошо впитывает влагу. Есть такая фиолетовая, желтенькая. Как мне нравятся их тряпочки. Какие же они красивые. Смотрите, какие красивые. И убирают хорошо. Эти тряпочки для уборки. Идеально для сухой уборки, полосатые, ну прям шедевры, посмотрите, очень красивые. Это спортивной тематики, это в клеточку просто, вон они разные там, 55 рублей. Я раньше думала, что они только для сухой, а оказывается, они еще и с водой тоже хорошо. Полотенце махровое, 199 рублей. Состав 100% хлопок, 50 на 100, на метр 30. Классное полотенце. На ощупь прям действительно хлопчатобумажное. Смотрите, зелененькие, есть персиковые. Все вот желтое, персиковое, зелененькое. Изготавливаются они в Балашихе, Московская область. И вот такие очень нежные полотенца. Состав 100% хлопок тоже. Тоже классное полотенце, но только очень маленькое. Ну как, кому какое надо. Вот такой размер. Они розовые и вот такие вот, как оранжевые, терракотовые. Нет, есть бежевые. Отдел галантереи. Тесьма плетеная, эластичная. 10 метров, ширина 7 миллиметров. Вот не помню, была резиночка, нет? По-моему, это новинка. Не помню. Уходовая косметика. Вот смотрите, у нас уже по 199 рублей. Два продукта. Head & Shoulders и Сьос, по-моему. В отделе праздник. Опять появились сердечки. Гирлянды. У нас не было. Набор бумажных масок. Вот такие. Набор для украшения праздничного торта. В наборе гирлянда одна штука. Пика 5 штук.
Лента для торта 1 метр. Вот такой набор. Симпатичные разовые тарелочки. Смотрите. С таким кексиком. Вот такая маска для вечеринок. У нас появились держатели опять для телефонов. Смотрите, какие зайчики. О, время. Вот колечко. Как. У меня такое же. Только у меня кружочек простой. Очень-очень удобно. Просто черненькую. А с киской. Вот таким образом он стоит. Мне пригождается, я пользуюсь им. Серебряная. Кому понравилось видео, подписывайтесь на канал. Ставьте пальчики вверх. Пишите комментарии. Вам не сложно, а мне приятно. А я вас всех целую, люблю. Пока-пока.